Все отлично, Валера, получилось. Моя самая красивая, смотри, а ты меня ругаешь. Ты еще не дорисовал? Вон, вон, нет, вот моя светленькая слева. Я знаю твою. Ты еще будешь работать чуть-чуть? Ну, чуть-чуть, да, может. Но в целом мы сделали. Молодец, здорово все. Поздравляю, удачная акция. Музыка хорошая. Led Zeppelin, Pink Floyd, Doors. В нашей молодости играют наши внуки. Дети мои студентки. Антоновы. Это играют дети. Дети моей студентки, оказалось, играют. Посурьковская. Да, вот она сидит. Антонова. Я ее увидел. У нее четверть детей. Она в Суриковске приезжала искать ком на мои занятия. Как я хорошо говорю, значит. Вот, а это наши творческие дети. Откуда? Сергиев Посад. О, Сергиев Посад. Молодцы, молодцы. Это наш армянский брат. Да, коллеги. Ну, это неугомонные какие-то две девушки. Они на первую премию. Уже первая премия давно ваша, они все рисуют. Только тут одна рисует. А? Да, мы ее поддержка. Мы ее поддерживаем. Группа поддержки. Да. Ну, это она в купальниках обычно бывает, группа поддержки. Мы в коту, цветами. Да, правильно я говорю? Вот она улыбнулась, видите как? Здорово. Сколько съели пива? Кваску выпили. Молодцы. Все серьезно. Очень серьезная девушка. Учится, да? Нет, она закончила. Она уже закончила. Абрамцевская, да? Она, ну, Абрамцевская не закончила, она училась там 2 года на керамике, а потом она поступила на... А где-то закончила шоу имени Крупской. А, ну то институт, да-да. Это в Абрамцево тоже. Да-да, в Абрамцево я преподавал вам. Да. Нет? Да. А никто не ходил из вас? Я же знаю. Никто не ходил. Я один ходил. Как педагог. И я все. Закончила в Абрамцево. Да, ну что же не ходили? Нет, я ходила. А, ходили? Очень хорошо, да. Да? Только я закончила, наверное, тогда, когда вы уже не работали. Точно, да. Я закончила 3-4 года назад. А, я в 12 году уже. А, ну, а в 14-м. В 14-м а году. Вот я как раз поступила в 15-м. Когда сделали Строгановкой, тогда... Ой, вот тогда я поняла. Тогда меня и выперли. Не, не выперли, а просто, естественно, там, ротация. Там, да. Ну, своих там, туда-сюда. Ну, это понятно. Когда академия такая, конечно же, не знаю. Здорово, здорово. Мне нравится, что музыка наша. Doors, Led Zeppelin и так далее. Алло, база. Вот она, моя студентка, чьи дети играли, правильно? А я педагог.